Для приготовления сырных оладушек нужно смешать в глубокой миске твердый сыр, натертый на мелкой терке, кефир любой жирности, соль, кукурузную муку и разрыхлитель. Тщательно перемешать венчиком. На разогретую сковороду влить немного растительного масла и смазать силиконовой кисточкой. Выложить немного сырного теста и сформировать оладушек. Обжарить с каждой стороны до готовности. Очень вкусно подавать такие оладушки со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!